Об открытии выставки сказать? Нет. А вы чем-нибудь скажете? Супер. Отличная выставочка. Планета про Орехов там удивительно. И его портрет, который он Гудзенко нарисовал. Так, по нескольким. Вот это я вам советую, этот стиль его. Очень внимательно изучите. Удивительнейший. 60-70-е годы, понимаете? Это практически сейчас уже трудно. В основном мы представления не имеем об этом, а это было. Такой симптом, современный сейчас смотрят. Какой швар, нереальный. Нереальный швар. Давайте. Блин, какие красавцы. Вот Саша Богданова, снимай без снимки. Это родственник. В каком смысле? Вот человек. Сколько вижу, тянет лямку, и видно, что не зря. В следующий год будем выставку делать большую. Ага. Может быть, как раз там. В музее Паровинского. Да? Вы выставка. Как вы смеете спрашивать такие вопросы? Это крупнейшее событие, которого город
ждал, и многие люди просто его не дождались. Не дождались? Конечно. Померли? Померли. Мы находимся на открытии удивительной выставки работ художников Круга Арефьева. Скажите, пожалуйста, вот, ну, ваше мнение о что-нибудь. Лучше выставка в нашем городе быть не может по определению. И эта выставка не может быть плохой. Но это получилось самое лучшее, которое я видел, конечно, за 10. Все картины с частных собраний, мы это видим в последний раз, наверное. Правда? В таком же составе точно. Боюсь, что да. Вот смотри, какие рожи у многих перекошены от того, что не успели вовремя хапнуть эти картины. Гениально, конечно. Это лучшее, что у нас было. Возможно, это лучшее, что было в России во второй половине 20 века. Ну, может быть, Рогинский разве что может быть, сравниться с нашим Ореевским. А когда он говорит, что мы подольше будем работать, когда он говорит, мы этими работами... Здравствуйте, можете рассказать, ну, свои ощущения от этой удивительной выставки? Ну, ощущения самые приятные, да. И я помню, когда это были гонимые художники, а сейчас они достигли, жалко, не дожили, хотя многие живут. Место хорошее, многие здесь родились, другие работают там, все прочее. Музей тоже, как сказать, нужен, конечно. Привет. Вот, так что, ваше здоровье, да. Спасибо. Леша, привет. Выставка нравится? Отлично. Обстановка? Обстановка, да, советская рюмочная. Самый смак, в точку попали. По-моему, это гениально. Надо спросить у более старшего поколения, как он вообще. Ну, спрашивали уже. И как попали в точку? Кто придумал пиво с водкой? Давно в музей не заблевывали. Да, да. Давно в музей не заблевывали. Кто придумал пиво и водку? Это традиции, Венечка Ерофеев. Это наши традиции, русской алкогольной традиции. Пиво с водкой, дети на ветер. Если, ну, лично мое как бы ощущение, то здесь атмосфера счастья. Счастье? Так что я поздравляю всех с этим событием по-настоящему. И желаю всем прекрасного просмотра, впечатлений на долгие-долгие годы, чтобы это все осталось. Потому что многие работы здесь из каких-то частных коллекций, которые недоступны посмотреть, из музея того же Третьяковской галереи Устава, который, опять же, мало возможно посмотреть. Вот. И из Америки что-то. Поэтому мы можем, у нас есть такая возможность сегодня счастливая, полюбоваться этими произведениями. Впечатление потрясающее, потому что я сам... количество работ и такой диапазон каждого автора я не видел. Это удивительно. И на самом деле не только я, но и большинство ленинградцев, петербуржцев никогда не могли увидеть такое количество работ и такой диапазон вот этого круга художников. Проделана титаническая работа. Это просто потрясающе. Новый музей сделал вторую выставку, невероятно важную для петербургской и ленинградской культуры. Была вот выставка Михнова-Вольтенко, теперь выставка Круга Арефьева. Это потрясающе. И каждый специалист, не специалист, коллекционер и так далее, найдет здесь для себя то, что он хотел бы увидеть, посмотрев, вообще говоря, художников этого круга. Здравствуйте, как вам на этой удивительной выставке? Очень хорошо. Это очень мои художники, и я их всех влюблен. И я счастлив, что такая выставка состоялась. Она, мне кажется, и я счастлив, потому что это такая выставка для народа, потому что
подписки, я все эти работы мог увидеть и так. У себя дома? Походить, да, походить по домам, по знакомым, потому что это все как бы этот наш замечательный, интересный круг. Но то, что это выставлено и вот в таком хорошем виде, это, конечно, прибавляет значение. Но я рад за город, за Петербург, что здесь вот состоялось такое, значит, как бы открытие для, я думаю, для широкой публики, надеюсь, наконец-то, вот этого самого существенного вклада Петербурга в послевоенное искусство. Большое спасибо. Это был Николай Благодатов, искусствовед и удивительный коллекционер. Во-первых, это очень большая работа, потому что собраны работы Петербурга из разных мест, и действительно вот такой глобальной и целостной выставки в Айском клубе еще в Петербурге не было. Потому что ну, там были какие-то отдельные выставки, безусловные, но такого масштаба не было. Ну и все-таки атмосферу какую удалось того времени воспроизвести. Артем, сознайтесь, у вас есть работа в коллекции «Круга Репьева»? Нет. Иван Юрьевич, здравствуйте. Что вы можете сказать о сегодняшней выставке? Ну, во-первых, я ее еще не посмотрел. Мне кажется, это событие долгожданное. И последний раз событием в этих художниках была книжка Любы Гуревич. И это, мне кажется, было 10 лет назад. Ну, что за такое? Давно. Вот. И художники настолько мощные, интересные, и, так сказать, классичные уже все. Такое ощущение, что им мало уделяется внимания, мало публикаций, мало выставок, мало исследований каких-то серьезных. Их нет, например, насколько я помню, давно просто не было, в постоянной экспозиции Русского музея, что должно быть. Вот. Ну, то есть, да, все понимают, что вот классики, вот-вот, но, а тем не менее, как-то оказывается, что и не дай нам. Как вам выставка? Эй, закройте камеру. Как вы поживаете? Спасибо, хорошо. Ну, лучше, чтобы это мы втроем были, без всяких съемок. Как вам сегодняшний проект в новом музее? Я думаю, что это один самый удачный проект. За мной приснимешь. Спасибо. Вы счастливы сегодняшним проектом? Вы, наверное, в этом году лучший, у кого это произошло. Не знаю, мне сложно судить. Мы вас уверяем, это так. Анатолий, здравствуйте, как вам здесь? Это что? Интервью. Я не даю на интервью, тем более я создатель. Анатолий Николаевич, здравствуйте, как вам здесь? Очень Путилина. Путилина очень. Очень Путилина. Спасибо. Знаете, сегодня такое событие, я считаю, может быть, самое важное событие для меня. Потому что эти люди для меня самые родные, близкие, которых я знаю вот с такого возраста. Всю жизнь с ними и на их примере. Для меня это лучший проект из тех, да, что я видела. Я тоже так считаю. Я считаю, что новый музей просто, ну, попал, не знаю, в десятку или куда, но это, конечно... Яблочко. Это и пахалочка. Запомнится всем надолго. Спасибо. Это был Владимир Шагин. Дмитрий Шагин, сын Владимира Шагина. Спасибо. Давайте выдержим, наверное. Thank you.
Константин Лагунович очень внимательный зритель. Не каждый раз такое видишь. Шагина очень много, да? Вот и Рим. Кто ваш любимый автор из круга Арефьевых? Слушайте, теперь кажется уже Громов. Громов? Сейчас? Шагин, конечно, а ваш кто любимый автор из круга Арефьевых? Не могла принять вопрос, потому что острейшее наслаждение практически от всех. Для меня это как Новый год сегодня. Да, меня тоже. Я вот даже не ожидала, что мое такое беглое предложение сделать эту выставку через Глэжмищем, через год вот так вот разгрузится. И замечательно сделали экспозицию. Я счастлива совершенно. Просто уходить. Хочу тут жить. Спасибо. А мы продолжаем следить за реакцией Константина Лагуновича. Да, вот тоже хороший ход снимать это дело. Не только говорила, а еще и картинки поснимать начинать. Вам ближе всего? Так нельзя сказать, они все. Они все очень близкие нам. Очень современная выставка. Как вам ваша выставка? Ой, наша выставка. Их выставка. Шикарно, шикарно. Наибольшее впечатление произвел Масби. Наверное, он наиболее графичный. А-а-а. Коллекции-то есть у вас? Нет, нет. Ну, я думаю, рано или поздно появится. Хотя меня больше рисунки интересуют. Большое спасибо. Но по определению, какая она могла быть еще? Самая лучшая? Да, мне не хватит компетенции и опыта, чтобы так. Ну, это так. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Как вам сегодняшнее мероприятие? Потрясающее мероприятие. Ждали не один год. Готовились, писали статьи, собирали работы по всему вообще миру, можно сказать. Наконец-то свершилось. Ура! У меня ощущение... Исторический проект. Проект исторической значимости. И... Это группа, не группа, друзья, просто товарищи. Это группа, сложившаяся в конце
1940 году и в начале 50-х, и действовавшая так или иначе до 70-х годов, это вообще какое-то чудо чудесное. Чудо чудесное. А вот там разбирать какие-то вот отдельные картины, это, пожалуйста, не ко мне. Я просто это люблю, и я испытываю здесь восторг. Мне очень нравится, я еще ничего не рассмотрел толком. Тут есть некоторые мои любимые картины, которые, так сказать, с детства, с отрочества, с юности рассматривал, наблюдал. Есть множество совершенно новых, неизвестных из частных собраний. Отмечаю высокохудожественные рамы Русского музея, например. Все очень красиво. Вот это стул, который делал вас, Мисан. Анатолий, ну хоть слово, как вам здесь? Здесь очень хорошо.